Шесть шагов правильно осенней обрезки груши. Вы понимаете, что такое, как бывает, что она еще может быть правильно. Вот что страшно. Осенняя обрезка, вот к этому еще добавить, это уже точно смерть. Ну, когда рано, ну, весной хоть что-то успевает за лето как-то заштопаться. Ну, осенью-то, ну, как перед зимой оголить штамп, чтобы рано на ране. Как? Вот. Кому ты это, для кого ты старался? И это передирает друг у друга тысячами. Вот. Я вам потом покажу, почему нельзя прикорневой поросль отрезать. Срезаем волчки. Это будущая крона. Вот. Это все повторяется как заклинание. Ветки, мешающие друг другу, уже тысячу первый раз. И вот начинаются молодые побеги, укорачиваются. Не груша, самая загущаемая культура, из которых я знаю. Вот уж кто загущается, загущается. Укоротили на треть, а она дала одна ветка, две, три, четыре. Значит, укорачивать следующий год. А ведь это же ежегодно. Так. И вот я написал, как собака гоняется за своим хвостом. Следующее, 500 000 участников. Огромная яма, расстояние. Вот, все это туда, да еще осенью. Что творят? И вот смотрите, почему я вот это вот разместил здесь. 500 000 участников уже знают, теперь узнали, что корневая шейка должна быть на 3 сантиметра выше уровня земли. Панове, с глузду съехал, вы что, совсем уже? Я уже на украинский перешел. Корневая шейка – это уровень, это самое, это граница между землей, этим, между почвой и воздухом. Какие это уровень? Соображаете, что у вас корни замерзнут? И ничего, все сходит с этого. Все сходит. Где-то, представляете, только первая такая появилась, это при Сталине вот такая публикация. Тут же скажут, вот они эти самые, как часто тогда дела заводили, почти ни о чем. Ага, вот он. Вот заходит, чтобы на садов не было, вот этот товарищ. Под корневой шейкой корни находятся. Она же называется корневая шейка. Оголенные корни будут ближе или над землей, или на уровне земли. Они замерзнут. Вот он враг. И это быстро бы отучили этой дури. Не, я не мечтаю о сталинских временах. Я бы первый бы поехал в эту самую лес валить в Сибирь. Почему? За дискредитацию советской науки. Попробуй, бочка, покати, как я, на всю науку. Под деревом возрастом до 5 лет, это значит саженец. Нужно вылить 10 литров воды. Подросшие 2 раза больше. Вопрос к автору. Почему есть лес, почему болото? Сходите на болото, посмотрите. Чем думают?